Добрый день, уважаемый Акылбек Хусенбекович, дорогие друзья. Рад нашей встрече в связи с проведением первого в текущем году заседания Евразийского межправительственного совета и цифрового форума «Алмата Digital». Но прежде всего хочу попросить вас передать самые добрые слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Кыргызской республики Садыру Нургужевичу Жапарову, от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и от меня лично. Мы искренне заинтересованы в укреплении дружеских, партнерских отношений с Киргизией, которые всегда были основаны на принципах взаимного уважения, добрососедства и учета интересов друг друга.